Дом прав и свобод откроется в Ульяновске 1 марта. Таких организаций в России пока только две, в Москве и Воронеже. Уже создана концепция работы организации и найдено помещение. Дом прав и свобод будет находиться по адресу Льва Толстого, 58. Косметический ремонт будет сделан без участия бюджетных денег добровольцами. Дом прав и свобод – это будет областное государственное казенное учреждение, которое будет включать в себя службы, которые будут обеспечивать деятельность общественной палаты, палаты справедливости, общественного контроля, частично полномоченных, то есть всех, кто занимается защитой прав человека, мы будем как раз включать в себя, вот этот дом будет включать в себя все эти функции. Объединение проводится для удобства граждан. Теперь людям не нужно будет искать профильную организацию по своей проблеме. Все будет располагаться под одной крышей. В Доме прав и свобод предполагается организация видеоконференц-связи для жителей отдаленных поселений, чтобы обеспечить равный доступ к услугам всех категорий граждан. Кроме того, намечено открытие музея уполномоченных в Ульяновской области на цокольном этаже. Павел Половов, Юрий Конихин, новости Ул Правды ТВ.